Заявила Мурка Бобику из квартиры номер 5. Мряу, надо делать аэробику, чтоб от жизни мряу не отстать. С той поры несчастный Бобик потерял покой и сон. Трет мохнатой лапкой лобик, и понять не может он, что такое «а», что такое «э», что такое «ро-би-ка». Он хотел спросить у зайчика, не догнать его никак. Он спросил у попугайчика, тот сказал: «Папка дурак». Как же быть? Несчастный Бобик потерял покой и сон. Трет мохнатой лапкой лобик, но понять не может он, что такое «а», что такое «э», что такое «ро-би-ка». Пожалели дети Бобика из квартиры номер 5, что такое аэробика, помогли ему понять. И теперь счастливый Бобик вновь обрел покой и сон. И не трет он лапкой лобик, потому что знает он, что такое «а», «а», и что такое «э», «э», и что такое «ро», «би», «ка», «а», «кое», «э», что такое «ро», «би», «ка», «ха», «хэ», «ро», «би», «ка», «ха», «хэ», «ро», «би», «ка», «ха», «хэ», «Робика, зарядка для Бобика! Хе-хей! 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 Зарядка для Бобика! Зарядка для Бобика, Робика, зарядка для Бобика. Занимайтесь спортом, друзья.